Итак, у нас очередная миссия, это операция Дельта. Тыры-тыры. В общем, это читать не будем уже. Цели миссии. Уничтожить системы ПВО вдоль маршрута исследования штурмовой группы. Террористы ждут нападения с воздуха, поэтому там много ПВО и все дела. Максимально быстро надо уничтожать. Третья цель — обеспечить спецназу прикрытие с воздуха. После высадки десанта вы должны будете обеспечить ему огневую поддержку с воздуха. Это подразумевает уничтожение как бронетехники, так и живой силы противника. Так, захватить аэродром и спасение заложникам вопросами первостепенной важности. Доставить спецназ целости и сохранности. Ну так. Грифон 26 говорит. Ой, помню я эту миссию. Разведка сообщает о наличии вражеских зенитных орудий так, в районе туманно. Аэропорта. Уничтожьте их, чтобы отряд Браво смог высадиться и взять объект под контроль. Надо уничтожить зенитные орудия и помочь спецназу захватить аэропорт. Начато пополнение боекомплекта. Пополнение боекомплекта завершено. Ну, взлетаем. Шасси убрано. Встретиться с Тарантулом. Наша первая миссия, первая цель. Летим, прячась в складках местности, так бы сказать. Грифон 2-6. Говорит Тарантул. Мы попали под обстрел. Вас понял, Браво. Мы уже в пути. Так, ух ты, сколько здесь. Маяк. Зенитная установка. Грифоны, говорит Грифон 6. К северу от аэропорта организован пункт дозаправки. Вас понял, 6. Будем там, если понадобится. Конец связи. Ух, так просто. Смотрим на... Рисуй звездочку. Говорит Таранту, мы на месте. Как только вы уничтожите зенитки, мы приступаем к высадке. Тут бы надо, надо заправку слетать. Все почти готово. Шасси выпущены. Да, вот здесь есть такая. Пополнение боекомплекта завершено. Шасси выпущено. Так. Шасси убрано. Да, стрелять можно, в общем, очень даже издалека. По недвижущимся целям это совсем не представляет никакой опасности, точнее сложности для нас. Ух ты. Откуда прилетело, елки-палки? Все зенитные установки нейтрализованы. Повторяю, все зенитные установки нейтрализованы. Тарантул, путь свободен. Так, у нас есть повреждение двигателя небольшое. Идем к точке высадки. Маяк. 2-6, говорит Тарантул. Подходим к зоне высадки. Спецназ готов. Сикорский, вертушечки. Вас понял. Грифон 2-6, говорит Тарантул. Готовы высадить спецназ. Так, охранять аэропорт и спецназ. У нас есть стингеры, значит, возможно, будут воздушные цели.
2-6, говорит Таранту. Отряд «Браво» высадил и зачищает территорию. Пехота противника уничтожена. 2-6, говорит Таранту. Они бегут. Противник пытается скрыться на машинах. Вас понял. Грифоны, не дайте ему уйти. Конец связи. Вас понял, вылетаю. Так, еще вижу где-то здесь. Грифон 2-6, говорит Звезда. Обнаружено несколько вражеских вертолетов, направляющихся к вам. Откуда? Обнаружены вертолеты. Приближаются быстро и на малой высоте. Прием! Прием! Нам на перехват идут вертолеты. Срочно нужна помощь. С какой стороны? Понял вас, выполняем. Нужно помочь. Позаботься о том, чтобы нейтрализовать вертолеты противника. Блин, выпустил. Отклонился. Баба! Еле успели. Ну, справились, да. Грифон 2-7, противник уничтожен. Повторяю, противник уничтожен. Возвращаемся на базу. Вас понял, Грифон 2-6. Отличная работа. По-быстренькому. Здесь почти должен выводиться, короче, итоговый результат. Но почему-то он не выводится. А ну-ка, давайте смотрим. Так. Смена игрока. Миссия выполнена 3. Это мы. Задание 9 из 8. Почему воздушных целей не засек? Не совсем непонятно.